Да, и прямо откалите теперь от нее плиточку. Да, внимание, куплена шоколадка России, щедрая душа, 70% какао, 70%. Вот я вам покажу, что получилось, когда мы подожгли. А сейчас я вам покажу, как этот процесс вообще проходит. Да. Отломите, прям да. Откройте. Открываем вот. Шоколадочку. Вот. 70%. Так. Побольше, а то руки сожжем. И пытаемся... Вообще жуть. Жуть. А вон какая. Я думала, вообще что спалили. Это, кажется, Петя шоколад поджигал. Вот ведь ужас какой. Оно даже не капает. Оно даже не капает, но оно даже не плачет. Слушайте, ну это катастрофа какая-то. А мы так любим шоколадки. Вот а мы это жрем, а? Владимир Владимирович. Смотрите, отправить. Спасибо Владимиру Владимировичу. Да, чем нас кормят. Да, чем вот нас кормят. Смотрите, это же ужас. А даже, запах какой-то. Даже просто. Не капает, ничего. А если бы вон обожглась вся, а если бы вы знали, какая вонь идет, это ужас. О, сияет ярким пламенем. Даже нигде масла нет. Даже какао, жиринки нигде. Вот смотрите. Слушайте, сухое, так, она запомните это название и никогда не покупайте эту гадость. Щедрую душу. Да, пусть они жрут это сами. И травятся. Да, и депутатам надо. Угостите. Вот, посмотрите, что... Ой! Сними вот эту гадость. Это ужас. Слушайте, это кошмар. Это кошмар. Это такая вонь, вы даже не представляете, какая вонь. Фу! Вы представляете, это мы едим. Ё-моё! Это катастрофа. Так это же свечка мягче плавится. Смотрите, что делается. Мы не кушаем. Смотрите, что делается. И это называется шоколад. Щедрая душа, 70% какао. Ну, не, ну что делать? Ну это Ирина, надо... А рис, вы видели пластмассовый рис? Рис? Рис пластмассовый. Нет, еще не видела. Еще не видели? Смотрите, как дымится. Это же свечка. Вот сколько... Вот интересно, сколько она может дымиться? В церкви свечи так не пахнут, как эта гадость пахнет. Так свечи хорошо. Не, ну вот сколько это может дымиться? Дымит, слушайте, ну это просто катастрофа какая-то. Это просто катастрофа. Я сейчас это разошлю просто всем знакомым, потому что не верят.